Всем привет! Меня зовут Тихонов Виктория, я детский врач-ортодонт клиники Dental Fantasy. Прием веду с 4 до 12 лет. Именно лечение детей вызывает у меня огромную любовь и симпатию. Почему? Здесь все просто. У детского ортодонта есть огромное количество инструментов и навыков для нормализации роста и развития челюстей, миофункционального равновесия и изменения эстетики лица. Детские ортодонты совместно со смежными специалистами нашей клиники доказательной медицины Fantasy помогают решать логопедические проблемы и проблемы носового дыхания, а также имеют возможность выравнивать зубы без брекетов. Идеальный возраст для похода к врачу-ортодонту – это 5-7 лет. Именно в этом возрасте мы вместе с вами можем предотвратить возможные зубочелюстные аномалии. Ведь своевременно выявленные проблемы помогут избежать сложного ортодонтического лечения в будущем. Записывайтесь на прием в Dental Fantasy. Жду вас в гости за идеальной улыбкой вашего ребенка.